А большинство техники и бойцов МЧС в этот момент были на площади у арены Омска, где они демонстрировали свои навыки. Выступления приурочены к 368-й годовщине пожарной охраны России, которую отмечают 30 апреля. Данила Выжевский узнал, какие задачи сейчас выполняют пожарные подразделения и как они оснащены. Парковка спортивного комплекса «Арена Омск» буквально забита пожарными машинами. Перед ними гарнизон спасателей. Они собрались здесь, чтобы в преддверии годовщины пожарной службы продемонстрировать свои профессиональные навыки. Владимир Корбут, начальник главного управления МЧС России по Омской области, отмечает, что работать пожарным не значит только лишь тушить пламя. На первом месте – спасение жизни. Сегодня пожарный – это не только специалист по тушению пожаров, но и, прежде всего, человек, который может оказать профессиональную помощь доврачебную пострадавшему человеку при пожарах, при дорожно-транспортных происшествиях, при других чрезвычайных ситуациях природного техногенного характера. Для этого есть все необходимое. Сейчас на вооружении у спасателей имеются беспилотники, квадроциклы, воздушные подушки, гидроциклы и даже дроны. В своей работе огнеборцы все чаще прибегают к инновациям. Есть на вооружении вот такой вот дрон. Он позволяет тушить пожар в самых труднодоступных местах и при этом не рисковать личным составом. Как они умеют справляться с экстренными ситуациями, показали тут же. Сначала сымитировали ДТП. В машине двое пострадавших. В течение всего лишь пары минут крыша автомобиля была демонтирована, а люди, находившиеся в горящем авто, уже лежали на носилках. Затем загорелся дом. В нем человек. Чтобы спасти его, дверь вскрыли специальной пилой. И вот пострадавший спасен, а огонь потушен. Старший уже говорит, я буду пожарным. А младший говорит, сегодня человека спасали, пойдем посмотрим. Человека спасали, я буду спасать. Может быть, это будущий пожарный, посмотрим. Проявивших особое мужество при тушении пожаров и спасении людей, сотрудников наградили ведомственными и правительственными наградами. Ну а звание лучшей пожарной части в области заслужили называевские огнеборцы. Оценивалось по прибытию к месту происшествия, временные показатели по локализации, по ликвидации пожаров, также оказание помощи населению. Наша часть заняла первое место, была награждена переходящим выпилом и дипломом первой степени по итогам работы оперативно-служебной деятельности за 2016 год. Только за прошлый год в Омске пожарные спасли более 1000 людей. Всего в областном гарнизоне служат почти 4000 человек. Данила Выжевский, Павел Ходынский. Новости здесь, Омск.